Все-таки ошибочно, что я тогда не отказался от этой всей затеи, хотя мы думали. И то, что сейчас вот получилось, так, то, что я здесь увидел, то, что гибнут, то, что гибнут дети, это все не шутки, что долго погрузили. Я бы никогда не хотел такого прыга. Поэтому простите меня. Просто живите нормально, хорошо, чтобы, как сказать, чтобы всегда было все хорошо, чтобы не повторялось, вот как повторяется то, что я наблюдал здесь в Украине, то, что, ну, то, что бомбежка, вот это все, то, что говорят по телевизору, что мы не трогаем людей. Я все видел своими глазами, долбит по домам, долбит, то есть, я вас очень люблю, надеюсь, что мы с вами встретимся, ну, собственно, и простите меня, опять же, за то, что я сделал такое необдуманное решение, что нужно было плюнуть на все тогда, да и увольняли, да и фиг бы с ним, зато бы я не был причастен ко всему к этому.